Почтимые воины, ветераны Афганистана, дорогие наши братья и сестры, позвольте сердечно приветствовать вас в этом зале от лица Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и передать вам слова самой глубокой благодарности за ваше служение, за ваше духовное предстательство пред Богом, тогда, когда вы, рискуя своей жизнью, выполняли тот долг, который наложен был на вас нашим государством. Тогда, когда мы за други своя готовы отдать свою жизнь, мы делаем святое дело. И по истечении 30 лет, которые нас отделяют от тех событий, вывода наших советских войск из Афганистана, то событие становится для нас наиболее ярким. И на самом деле мы понимаем, что то, что было тогда, было правым, правым делом. Низкий вам поклон, сердечная благодарность. Будем помнить всех тех, кто с нами был рядом и отдал свои жизни за наше государство. Пусть память в ваших сердцах, молитва Русской Православной Церкви будет им нашим даром. Тем, кто не вернулся с поля боя, но вместе с нами. Мы именно в эти дни, дни праздника, дни победы, должны помнить их. Дай Бог вам сил, здоровья, крепости, мужества. Ваше служение нужно нашему народу. Храни всех Господь и помощи всем нам Божьим.